Кировская область борется с браконьерами. В прошлый год госинспекторы Министерства и, и Центра охраны и использования животного мира осуществлено более 2,2 тысячи. В Пской области это время было выявлено 258 нарушений правил охоты, возбуждено 25 уголовных дел за причинение крупного ущерба животному миру. В это время было выявлено 258 нарушений правил охоты, возбуждено 25 уголовных дел за причинение крупного ущерба животному миру изъято 42 охотничьих ружья, а также два капкана. Основные нарушения. Охота без документов, нарушение правил транспортировки оружия, отсутствие специальной сигнальной одежды при осуществлении активной охоты, нарушение при составлении списка участников коллективной охоты, либо его отсутствие.